Николай Пряничников. Для так называемой власти не существует законов. Есть откормленные силовики и право силы. Естественно, что законы пишут для людей, не для себя. Люди должны эти законы соблюдать. А для них это вопрос управления толпой. Вот тут один из комментариев тоже был на эту тему. Кто мы, люди или твари дрожащие? Так вот, в философской доктрине Достоевского и его художественного героя Раскольникова, твари дрожащие – это мы с вами, для кого пишут законы, указы и все остальное. А люди, люди – это они. Те, кто эти законы пишут и которые их не касаются, но они же не такие дураки, чтобы для себя эти законы писать. Нет, им надо управлять тупой толпой, стадом